Всем привет, друзья! Вновь сегодня на Нижней Москва-реке. Сейчас январь месяц. У нас уже такое глухозимье. Выпало очень много снега. Безумно холодно стоят морозы. Самый кайф ощутить все прелести зимнего спиннинга, замерзание колец, замерзание лески и крайне пассивное поведение рыбы. Сегодня на реке, сегодня буду пробовать поймать на все возможные приманки оснастки. Будет, уверен, тяжело, но буду стараться и надеюсь поймать сегодня рыбу. Рыбы активной нет, надо отсюда вылазить. Надо дальше идти. Сейчас придется на Каролину окунька ловить, я чувствую. Солнышко лучистое улыбнулось весело, Каролинку весело я закинул с песенкой. Есть. Заживал прям с первого же заброса. Рыба пассивная. На джиг даже на легкий не было поклевок. Каролину первый окушок, пожалуйста, сразу с грядочки. Хог импакт. Вот первая рыбка попалась на каролинскую оснастку. Ловил на легкий джиг, но, видимо, рыба очень крайне пассивная. Была только одна поклевка. Вот на Каролину на первом же забросе небольшой окунек. Мучить его не будем, потому что холодно, он уже замерзает. Обратно его домой, он даже подмерз. Не, нормально, уплыл. Буду продолжать пока на Каролинку, может быть, туман рассеется, потеплее станет, вернусь к джиговой ловле. Есть контакт. Наконец-то, блин, ну так аккуратно вообще, просто на грани там. Опять за самый краешек сидит, а? За самый краешек, а? Вот так он клюет сегодня. Еле-еле вообще душа в теле. Вот сумел вымучить просто еще одного окунька. Так он нежно, аккуратно брал. Вот за самый краешек еле сидит. Рыба явно сегодня очень пассивная. Давай, братан, не мерзни. Были года, помню, я тут судака ловил на Каролину. Да, давно было дело. Есть контакт. На бровочке опять аккуратненько такая поклевочка. Тоже не крупный окунек. Но опять он за краешек губы попался. Опять. А нет, в этот раз засосал. Чуть только на рыбу что? Рыба сидит. Ё-моё, Семён Семёныч. А кто это? Да ладно. Да ладно. Братан, здорово. Только сказал, тут что-то не ловил. Тра-та-та. Свим импакт, душечка, на двойничке. Нападение взял, я даже поклевки не почувствовал. Я кинул, ждал, когда упадет. Только начал проводку, а он там уже сидит. Сегодняшняя рыбалка подходит к концу. До темноты осталось буквально считанные минуты. Может быть, удастся поймать еще какую-нибудь небольшую рыбку. Но пока все тяжело и трудно сегодня. Есть! Хороший удар! Нормально, поклевка. Я думаю, что это судак.
Буквально несколько забросов назад была такая слабенькая поклевка, приманка вернулась без хвоста, поменял на свежую и с достаточно мощным ударом через три заброса буквально попался такой судачок, заглотил он капитально. Просто все там у него. Сейчас постараемся аккуратно извлечь и отпустить, пока не замерз. На улице холодно. Друган, ой, прям вообще в жабры заглотил. О, давай, давай, давай. О, отлично. Очень сложная рыбалка сегодня, буквально вымучивание рыбы, но вот вечерний выход как таковой, наверное, все-таки произошел. Давай, 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 давай. Молодец. Ну, явно холодно на улице. За десяточку морозец. Хорошо, сегодня ветра нет. Ну что, еще попробуем, есть еще несколько минуток, может еще. Ну что, друзья, сегодняшний рыболовный день подошел к концу. Настоящий кайф ловли в минус 15 градусов. Повезло, что сегодня не было ветра, но обмерзания были сегодня капитальные. Клев рыбы был под стать воде, которая очень холодная. Рыба была очень пассивная. Удалось вымучить несколько хвостиков, просто взять их измором. Основной пик пришелся на вечернее время. Ну, собственно говоря, что добавить? Ждем потепления, ждем, что клев будет лучше. Всем пока, друзья, до новых встреч на водоемах.